Приветствую всех из Одессы. Сегодня 2 июля 2023 года. Зеленский сегодня приезжал в Одессу. Прежде всего для того, чтобы поздравить наших воинов, военно-морских сил, вооруженных сил Украины с их профессиональным днем. Также обговорили оперативную обстановку в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегию развития военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период. Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.